В этом уроке мы сделаем следующий блок после блока видео. Это у нас идет вот этот блок. Нравится ли вам ноутбук? И мы сделаем его из готового блока, который у нас существовал. Если посмотреть наш макет, вот под блоком видео на данный момент идет у нас блок о компании. Мы его закомментируем. То есть пока мы не удалим, так как нам нужна здесь карта будет, которую мы дальше будем делать. И вот со следующего блока загрузки руководства драйверы мы сделаем наш блок. То есть мы удалим вот эту форму, вместо нее поставим кнопку «Заказать сейчас» и здесь напишем другой текст, как вот у нас здесь есть. Ну, давайте сразу вот этот текст скопируем. Этот блок о компании Asus мы закомментируем. Он нам пока не нужен. То есть я вот этот кусочек комментария просто жму «Delete», удаляю. И он у нас комментируется вплоть до вот этой вот метки. То есть нас это устраивает. Если обновить, то так это и есть. Вот он у нас пропал. Отлично. И дальше, соответственно, здесь вот эту фразу мы выделяем и ставим вместо нее другую уже фразу. Сама форма вот идет в этом блоке div. Нам и форма, и этот блок уже не нужен. То есть выделяем так, жмем тоже delete, то есть удаляем. Дальше ниже давайте создадим в P нашу ссылку, которая будет кнопкой. То есть здесь пишем тег P. Соответственно, закрываем. И здесь пишем нашу ссылку, то есть ahref. В качестве адреса напишем, давайте просто решетку поставим. И здесь давайте подключим класс, который мы будем использовать для обращения к этой кнопке. Так, закрываем. Нам нужен сам текст. Значит, текст у нас «Заказать сейчас». То есть мы его ставим в наш макет. То есть вот здесь как ссылку. И, соответственно, класс давайте сразу же назовем. Я назвал его «Order Now». То есть заказать сейчас. То есть делайте такой же класс. Осталось сохранить, посмотреть, как это выглядит на данном этапе. Выглядит это таким образом. При уменьшении масштаба, видите, оно держится в центральном блоке. То есть нас это устраивает. Дальше в следующем уроке мы назначим стили CSS и получим то, что нам нужно сделать вот таким образом. Сделайте это, сохраните и переходите к следующему уроку. Жду вас в следующем уроке.